Вот как можно быстро и грамотно пробраться вниз, друзья. Так что имейте в виду, барак и бокси принимает здесь, кстати говоря, Раймонда с маэстро. Это на этот раз радио не отдали у нас Black Snow, друзья. Ну и 9-13, может это все вырасти в 10-13. Сейви, бомба не установлена, друзья. Фрезер минус Кризен, ну и Аксиома 1 в 5. Вот такая ответочка. Но не сухарь уже будет точно, потому что все мы делаем минус по бараке. Ну и будет ли она свапать на менять оружие на АВП? Нет, мы видим АВП под ногами. Но Аксиома решает с эмочкой сыграть, друзья. Ну и смотрим, что же придумает Аксиома. Отправляется Аксиома в мейн. Интересно, знает ли Black Snow о том, где Аксиома находится, друзья. Пока что это непонятно, кто у нас. Есть ли кто-нибудь наверху? Да, девятка проигрывает коммунист девятку. Видит Аксиома вылезающего Коляна, друзья, из кишки. Забирает Аксиома его, уходит вниз. Ну и забирает еще и бомбу Аксиома. 4 секунды касается раунда. Смотрите, что Аксиома делает. Просто блестяще, друзья. Но если она сейчас и раунд еще возьмет, это будет просто... Просто белиссимо, белиссимо, друзья. Это оно и есть. Это самое белиссимо. 14-9 становится счет. Это эйс от Аксиома. Аксиома просто вот один человек, друзья, нужен, чтобы... затащить этот раунд. Аксиома блестящая игра, просто блестящая, друзья. Со всеми разобралась Аксиома, оставшись одна в этом прошлом раунде. 9-14 становится счет. Ну и Black Snow надо забыть прошлый раунд и все.